Соревнования по лыжным гонкам среди пожарных и спасателей прошли на спортивной базе «Волкуша» в Лыткарине. Более 80 спортсменов-любителей из 22 территориальных управлений Мособлпошспас приняли участие в спартакиаде. Люберецкая команда заняла 3-е место в общем зачете. 4-й год подряд спасатели и пожарные со всей Московской области собираются в Лыткарине, чтобы встать на лыжню и зарядиться спортивным настроением. Ну, шикарное настроение, погода вообще великолепная, снег вчера подвалил, морозец сдал, шикарно просто. Всем привет. Спорт для сотрудников Мособлпошспас – это образ жизни. Отличная физическая подготовка необходима каждому спасателю для решения чрезвычайных ситуаций. Сегодня здесь собрались те, которые, в принципе, понимают, что без здорового образа жизни существовать практически невозможно. Это все, скажем, люди, которые болеют прежде всего за себя, за своих родных, близких, за детей, но в целом, наверное, за страну. Лыжная спартакиада проходит в два этапа. Первый – это забег на 5 километров в личном зачете. Второй этап – это командная эстафета. Всего в лыжных гонках приняли участие более 80 спортсменов-любителей из 22 территориальных подразделений Мособлпошспас. Команда награждается почетной грамотой. Каждый участник получает памятный сувенир. В этом году победителями стала команда из Клина. На втором месте – лыжники-спасатели из Ступино. Ну а третье почетное место досталось команде Люберецкого территориального управления. В прошлом году мы заняли 2-е место. В этом мы заняли году 3-е место. Не хватило несколько секунд. Ну, сами понимаете, это спорт, тут штампов нету. Поэтому все, соревновательный процесс. Победителей наградили грамотами, кубками и памятными призами. Ну а главное, все участники получили массу положительных эмоций. Даниил Михайлов, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапшева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.